ходатайство. У меня вопрос к прокурору. Помимо вот этой информации, какие-то документально подтвержденные сведения вы можете представить о наличии родственных связей между судьей Щербаковой и ее помощником Стеценко? А также, может быть, у вас имеются какие-то иные ходатайства? Согласно информации, это у нас родственные связи выявлены между помощником судьи Щербаковой Стеценко и свидетелем Войновым. То есть у нас приложены по этому поводу протокол опроса Войновой, согласно которой она подтвердила, что она является родственницей Стеценко. Документально подтвержденные сведения у вас имеются, либо вы хотите их представить, либо вам необходимо время, чтобы их представить. Ну, у нас имеется информация официального органа, мы уже ничего не хотим представить, у нас есть сведения, подтвержденные протоколом опроса самого свидетеля Войнова. То есть они приложены к информации Федеральной службы безопасности, которые представлены в суд и рассекречены в соответствии с нормами действующего законодательства. Понятно. Исходя из требований уголовно процессуального закона, все-таки опрос это является доказательством по делу? Ваша честь, ну я хочу отметить, что в принципе это у нас распространяется на закон об оперативно-розыскной деятельности, и сотрудники оперативной могут проводить опрос. Вместе с тем, ну если вы нам позволите, мы возьмем перерыв, обсудим это совместно. Может, выступаю я всех. Вам перерыв необходим в какой? В течение сегодняшнего дня? В течение сегодняшнего дня, как вы сможете. Сторона защиты возражений не имеет. Ну, ваша честь, я понимаю прокуратуру, просят перерыв, объявляйте перерыв. Ну, вот это уже просто опасно. Объявляется перерыв.